Привет, друзья! Видеоканал «Русская Америка». Меня зовут Юрий Моша. После того, как народ заканчивает работу в даунтауне, очень многие остаются здесь в кафе ужинать. Часто со спиртными напитками. Пиво, вино, водка, текила. Вот эта улочка, я уже показывал ее вам днем. Вечером тоже она забита. И вот сегодня опять чуть-чуть потеплело. Я смотрю, народ позанимал все лавочки, и места свободного практически нет. Но я иду домой, мне еще нужно ехать. Машина у меня стоит вот в этом паркинге многоэтажном. Это наш офис. Мы сейчас с Наташей, Наташа мой секретарь, закончили аппликейшены по двум квартирам. Одну я смотрел ранее, и вот сейчас ту, которую сегодня смотрел, вторую, тоже мы сделали документы, заполнили все формы, завтра будем подавать. Утром я заеду, сделаю еще специальные чеки банковские. Ну и осталось держать кулачки, чтобы нам их одобрили. Все, я пошел за машиной.